хочется поздравить вас с хорошей погодой, наконец, по-божески. У нас так получается теперь, что один, дай бог, хотя бы один месяц в году, вот, лето. Тем более приятно, что вы нашли время не на природу, а какая природа-то исследовала. Все равно воспользоваться моментом. Спасибо вам большое. Вы себе похвалите. Я уж не знаю, вы любите белорусские песни настолько или любите нашего? Да? Нашего. Пока аплодисменты уже. Вы знаете, да, мы, конечно, могли выступить сегодня в том зале, но... Да, не знаю. Вы никто не ходил, там где-то ремонт, друзья. Надеюсь, что что-то изменится, хотя я сомневаюсь. Но... Этот низкий потолок, я сказал, вот, знаете, что я сказал хозяину, тут, как-то поднять потолок, он говорит, поднять нельзя, давайте я опустим пол хотя бы на метр, да, чтобы как бы не давился. Да. Нереально практически. На нас давит, я вам скажу честно, другое. Дело в том, что в этом году мы с Вадимом, да, куда деваться, мы с Вадимом отметили 126 лет на двоих. Страшно, не знаю. Как они давят? Давят, конечно. Вот, поэтому у нас в последнее время репертуар такой, я не скажу, стариковский. Это Валера, да? Но тем не менее, так сказать, о возрасте, все больше о возрасте. Это Валера все споем, да? Я-то... А он молодой, да? Помоложе, да. Помоложе, да. Ну вот на эту тему как раз мы и начнем первые песни, стихи нашего постоянного соавтора Алексея Мороза. Когда тело с душой расстанется, когда свет породнится с тьмой, благодарных домах останется непоставленный голос мой. Семь аккордов, одна октава, да в строку бы попасть и успеть, чтоб Москва, Нью-Йорк и Варшава еле слышно смогли подпеть. Думать, как это чего не вышло, мечтать, присмыкаться, врать, ни к чему, все равно Всевышний всех построит у царских врат. В тишину в застекленных стульях не проникнет мой робкий стих. Пусть меня на земле осудят, пусть Отец Небесный простит. Что ж, ямщик потихоньку трогай, на ухабах не спи, гляди. Полетим с головой дорогой вслед поющему впереди. Не испорчен с дубовой земною, не причистен к лику светилу. Слышу, как поет за спиною тот, кто песенку подхватил. Когда тело с душой расстанется, когда свет продлится с тьмой, благодарный дома останется непоставленный голос мой, непоставленный голос мой, непоставленный голос мой.
уже не добраться. Где нас еще не поют, где хрипло терстит Рысовский, подвинув плечом конвой. И больно глядеть на солнце, и Лена всегда живой. И больно глядеть на солнце, и Лена всегда живой. Кто любит
что правы и неправы, за тех, кто все же любит нас. Оставайтесь.
Я вот год прожил на кухне, а я 3 года в детской. И ребенок как раз учился играть на кларнете. Да. Да, и вот когда оказалось, что хозяин квартиры оказался не только просто хорошим человеком, детским врачом, психоневрологом, а вот тем самым Алексеем Морозовым. И вот первое произведение, которое мы написали на стихи, да, как выяснилось, что он читает стихи и песни, да, через какое-то время, вот первая песня была как раз написана по поводу отца. Вот нашего «Я там». Его стихи. Ну, здесь, я думаю, что не все мы стихи. Всем, кто там, кто не москвичи, как мы говорим. Да, надо сказать о том, что все дело происходит в Москве. В Москве есть Зубовский бульвар. А в районе Зубовского бульвара происходит такой троллейбус. Ходил, когда не ходит, троллейбус с очень интересным номером Б. Да, и в районе Зубовского бульвара стоит памятник Льву Николаевичу Толстому. Я сказал, Сидни. Да, Сидни. Ну, в общем, кто же его посадит? Ну, что немаловажно, сейчас все поймите, потому что как раз Алексей Морозов, у него из дома на работу как раз шел маршрут мимо памятника Льву Николаевичу Толстому. Собирался ходить замуж. Мы спели песню «Добровольная тюрьма», и я
передумал. Сейчас я снова хочу выйти замуж. Спойте, пожалуйста, песню. Ну, вы знаете, в этой песне есть какая-то, на мой взгляд, такая какая-то легкая агрессивность какая-то. Были помоложе, все-таки вот легкая. Ну, легкая. Да. А вот сейчас прошло уже лет 20, да. И вот мы с Алексеем написали песню буквально вот в прошлом году, в конце прошлого года. И вот совсем на то, что... Надо сказать такую вещь. Дело в том, что пока мы жили, себя еще как-то держались. Понимаете, мы какой-то вот как клей какой-то. Ну, ты был клей. Ну, да. Я так раздрогнул. Вот. А стоило мне уехать где-то через несколько месяцев, они такие разошлись. Ну, вот здесь я раз вот. Оказался исход витальный. Все, что взяли мы у любви взаймы, возвращать пришлось долго. Зной той зимы задыхались мы и не жали. Спирта тому назад избавление ища от боли. Я долги копил и тоску добил в неразбавленном алкоголе. Все, что брали мы у других взаймы, срок придет сполна. Тому назад я искал свой надежный тыл, но в тылу остыл и постыл, стал тупе потерян на самый пыл. Лучшие умы дали мне взаймы, совести там малы. Но через
Ну и хочется представить еще одного нашего постоянного соавтора. Вот, кстати, есть у нас идея все-таки издать пластинку на стихи Алексея Морозова. Уже фактически хватает материала. Но вот на стихи другого нашего соавтора, соратника, Леонида Сергеева, друга, этих дисков уже вышло два. Вот я 13 сентября, я знаю точно, в новом зале, уже в новом ремонтированном, пахнущей краской, мы будем вместе с Леонидом выступать, приходите, пожалуйста. Да. А вот одна из песен, которая письменно написана в конце, сейчас только середина концерта, начало концерта, но очень просто эта песня посвящается нашим друзьям. Друзьям, бардам, коллегам, поэтам, писателям, которым приходится очень много путешествовать, да, и на разных видах транспорта. Чувствую,
чувствовалось, да, что оно так произойдет, что-то даже произойти. Да. Страна права, поэтому давайте сделаем. Если мы все стоим горячие, чтобы оно не остыло, давайте чуть поедим, да, а потом через 10 лет. Опять встретимся. Спасибо.